в отеле Индурова Бич. Это отель 3 звезды, территория очень-очень маленькая. Все, что мы сейчас видим, это все и есть его территория. Да. Совсем небольшой, все номера расположены у нас в 4-этажном здании, все на берегу моря, на берегу океана. Но здесь очень-очень на море, поэтому однозначно пожилым людям здесь запрещено ехать. Итак, что можно про него еще сказать? Находится в городе Индурова, это 99 километров от аэропорта, поэтому трансфер сюда будет занимать 3 часа. Открыт он в 95 году, но реновация была частично сделана в 2011 году. Площадь, как я уже говорила, очень-очень маленькая. Ну, на пляж в этом как нет. Все, что у нас здесь есть около бассейна, все бесплатно. Есть 2 ресторана, один основной работает по системе шведский стол, и второй ресторан а-ля-карт. Есть один бар, Wi-Fi платно. Также у нас есть бассейн с джакузи, который мы сейчас перед собой видим. Есть библиотека, центр аюрведы. Из развлечений у нас будет настольный теннис, вечернее шоу, бильярд, шахматы, караоке, тренажерный зал, дартс. Но здесь есть дискотека 2 раза в неделю, также водное поло. Для деток детские стульчики, детская кроватка по запросу и отделение для детей, бассейн для взрослых. Это же 2 таких отделения вижу. Питание. Работает на всех типах питания, завтрак запрещен, фулборд и all-inclusive. По системе all-inclusive работает с 10 до 11 вечера. Сюда входят алкогольные напитки местного производства, бренд, водка, джин, ром, виски, арак. Все напитки подаются в стаканах. Пиво местное, безалкогольные напитки тоже местного такого производства, поэтому чистые панты полуспать тут не будет. В отеле есть анимация, такая себе софт-анимация. Если вы приехали на все включено, значит у вас бильярд, тренажерный зал, настольный теннис, водное поло, вечернее шоу будет бесплатное. All-inclusive не входит ни бар, некоторые напитки, как шампанское, вино местное. И, ну, здесь надо было с телефоном и разные воды. Потолочная уборка номера будет ежедневная, гладильная доска по запросу, утюг. Телевизор есть небольшой, но он есть. Балкон или терраса в зависимости от расположения номера. Фен есть, кондиционер есть. Мини-бар пополняется бесплатно 2 маленькими бутылками с собой воды. Интернет, Wi-Fi платно.
набор для себя, вот тоже есть бесплатно.